Уставу Курска 15 лет. За эти годы поправки в городскую конституцию вносились не раз. Очередные изменения уже подготовлены в стенах мэрии. В первую очередь они связаны с переменами на федеральном уровне. Но курские законотворцы решили добавить и свои новшества. Их, а также исполнение прошлогоднего бюджета обсудили в пятницу на публичных слушаниях. В числе предлагаемых новшеств – публиковать все муниципальные правовые акты в интернете на федеральном портале право.gov.ru. Также курским депутатам предложили наделить законодательной инициативой молодежный совет, который работает при горсобрании второй год. Его члены уже готовы выходить с предложениями к своим старшим коллегам. Поддержка молодежи, работающей молодежи, на это стоит уделить особое внимание этому. Вот, возможно, какая-то финансовая поддержка, да, которая замотивирует молодого специалиста не ехать в Москву, а оставаться здесь и работать на курских предприятиях. Второй вопрос, который обсудили участники публичных слушаний – городской бюджет. В 2013-м его расходы превысили 7 миллиардов. По традиции, большая часть средств, почти 70%, потрачена на социальную сферу. 223 учреждения финансируются из муниципального бюджета. Такой роскоши уже в других регионах нет. Например, наша благополучная Белгородская область не содержит ни одного муниципального кинотеатра. Ни одного. У нас же таких кинотеатров 8. Нагрузка на городской бюджет растет, однако социалка останется на особом контроле, подчеркнули представители власти.